историю. Вот мы встали. Ничего, теперь надо прятаться. Что же нам выбрать? Не пойдет. Кожаная куртка. Нет. Нет. Все-таки нормально сойдет. Так тебе когда обратно? Утро, вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мам, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Не. Именно. Не. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. Так, пошли к Джо. Мне плевать, хоть юбку последнюю продайте. Что тут происходит? Риду. Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да. Красава. Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Риду, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Не надо! Вида, что ты делаешь? Знаешь, пробел нажал. Вида, прошу, не впутывайся! Лучше пизды. Эй, мать твою, знаешь что? Вали отсюда нахрен! Вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну уже, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Ни одной тачки, а нет, нет.
можно? Ты только что спрашивала. Да черт тебя подери! Да кто тебя в задницу укусил, а? Пистолет уже возишься, мне холодно. Холодно? Ну сиди в машине. В машине тоже холодно. Давай чини эту свою помойку. Я бы давно закончил, если бы ты мне помогала, вместо того, чтобы пилить. Я тебя не пилю. Да, конечно, дорогая. Если бы ты так разводным ключом орудовала, как языком, мы бы уже давно дальше ехали. Ой, ты такой бестолковый, потому-то тебя в армию не взяли. Не можешь не напомнить, а? Муж и ты, Фрэнк, летчик-истребитель. Чарли, муж Маргарет, водит под лодку. Что-то стало, давай предлагать ему лучше помощь. Эй, помощь нужна? Конечно. Надеюсь, у нас получится лучше, чем у моего никчемного мужа. Огонь. Пару гаек покрутить. Да. Спасибо тебе большое, красавчик. Не благодари. Вот теперь к Джо. Игра на самом деле очень отличная. Вообще минусов нету. В порядке, сынок? Я тащусь с нее. Вот. Спасибо. Хот-доги, хот-доги, хот-доги. Сука. Животное, власть, стачка. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Подцепил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся. У меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка, что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее, за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. С
связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть, меня-то ты знаешь. Вау, вот это кровать. Эй, не знаю, как у вас там в армии, но у нас так, один мужик, одна кровать, ладно? Ты издеваешься? Я разглядел этих твоих телок, так что даже за деньги к ней не притронусь. Эй, а кто этот тощий пацан на фото? Это было в 41-м. Ты совсем не изменился. Ну, типа, лицо тоже. Ха-ха, да иди ты! От хорошей жизни с тобой так будет. Кто помнит ту кошку, ставим лайки. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет-нет-нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну, так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да. Спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да че, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь ли как? Ладно, ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Так. Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Сука, куда едешь, чмо? Полегче, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте замету. Ничего. Эй, Нина, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Ладно. Тайм-код за выхлопные газы. Давай, пошла ты в жопу. Ты не так уж плохо управляешься с рулем. Хотя немного практики тебе не повредит. Сука, куда прешь? Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон 42. Красивая какая! Прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все. Эй, Джузеппе, привет, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы? Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита.
Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. В замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется. Легко. До встречи, Джузеппе. Увидимся, Виктор. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Подозрение в угоне машины. Бать. Жми на газ. Понял. Вот машину угоняет. Преследую. Так это еще не конец. Ясно. Бросик, быстро. Ищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Вот, поставь прямо перед дверью гаража. Ага, а теперь по сигналу. Бля. Чем могу помочь? Новые номера для тебя, Нева. До встречи. Я... Извиняюсь. Я пристановлю видео, чтобы было быстрее. Так вот, мы снова здесь. Новые номера для тебя, Нева. Отлично.
теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа. Повезло, дама. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Ты пропустишь. А это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как спеть. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербей. Все тёлки с ума сходят. Ебать, ебать. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне это зачем танцует? Я ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Это нормально. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. Вот это первое. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблем. Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь. Нас тут ехали, тащу идиота в участок. О, это позор. Нагони сначала. Слушайте, 17. Словами можно вообще. Сюда. Тачка на говно просто. Смотри, куда прёшь! Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Пожалуйста, выйдите из машины. Какого хуя, блядь? Будем биться. А ну стой! Прёшь, сука, дороги мало или что, я не пойму. Отлично. Вот и свалка Майка. Выезжай через ворота. Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а? Слесарюга. Засохни, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. А знакомство, Вита? Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей.
Я за него ручаюсь. Ага. Ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. А, твою мать, Маль! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Да хрена! И еще не факт, очистит ли. Ты заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же Нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, Андиаму. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Ах ты, ну что, бензин остался? Ну, я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Так, нас же могут мусора споймать. Надо переодеться. Слушай, тут гонец прикольный. Еще ништяк. Ну как они на моей тачке. Хорошо, тогда выезжаем как приехали, потом по шоссе назад. Через город не поедем. Бывает. Зима на дворе все-таки. Здесь направо. Ну как тебе дома? Хорошо. Да, сука, я при деньгах был бы еще лучше. Куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Это работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Ну что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазы свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дыру и осталась. На ней было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, что заниматься. Они там плодятся, как крови. Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ноги? Бимеры, шумеры, хрен их разберет, что это такое? А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают и друг друга мочат, вот и все дела. Тебя они не тронут. А если полезут, я не зря тебе пушку. А, кстати, теперь с оружием хочешь? Это еще зачем? Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Хотя мы еще... Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Empire Central Radio, ECNR. This is where the boomers hang their hats. Что? Че? Это проблема, я не понял. Иди сюда. Валим, 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 валим. Джо, Джо.
Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Сиди, жирный ублюдок. Понял. Здесь налево. Ох, ништяк, тайм-кодик, ребята. Что мало говорил, просто мало когда такие обзорчики снимал. Ну ничего, времени много. Я думаю, надо будет еще видосик снять. Дрифты в мафии. Да. Не вставляет. Я бутылка от шампанского, да внутри пиво, друг мой. Уносите. Да, сука, прешь. Вот. Сюда. Press Radio News. I'm Paul Harris. January 17th. Зайдем в ворот. Кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно. Просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Поздно я вспомнил. Ништяк. Кофе. Ништяк, вот только поддатый. Да.
Чё, всё понеслась, ребята. Сейчас будем гасить нигеров. Усать, мазафака! Эй! Эй, ты что делаешь, мазафака? Fuck off, bitch. Звук. О, сука. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощавый. Понял. Ребята. Тачка гонит. Колесо пробили, суки. Чмошки ебаные. Все мне, все.